В ходе пленарного заседания в Мажилисе депутаты избрали председателя Нижней палаты парламента 6-го созыва. Им стал Бахты Кожа из Мухамбетов, а депутаты единогласно поддержали его кандидатуру. К слову, он был единственным из предложенных на этот пост. Спикера мажилисмены выбирали путем тайного голосования, как это предусмотрено регламентом. Результаты почитали и огласили члены счетной комиссии. А затем спикер предложил кандидатуры на должности заместителей. Народные избранники единогласно проголосовали за Владимира Большко и Гульмиру Исимбаеву. Спасибо за оказанное доверие. Прошедшие выборы еще раз показали, что народ поддерживает путь, которым мы выбрали для нашей страны и который в свете 100 конкретных шагов мы заложили в нашей программе. Мы можем с уверенностью сказать, что в Казахстане сформирована модель многопартийного парламента. Доверием народа заручились 3 партии, а депутатская группа от Ассамблеи народа Казахстана пополнилась различными этносами. Все это показывает демократическую составляющую нашей республики. Кроме того, сегодня на пленарном заседании большинство депутатов выразили доверие правительству. По итогам голосования 96 мажилисменов выступили за продолжение работы нынешнего состава Кабмина под руководством Карима Масимова. 7 воздержались, 4 человека проголосовали против. После голосования премьер-министр поднялся на трибуну, поздравил депутатов с выборами и поблагодарил за оказанное доверие. Ваше доверие – это большая честь и большая ответственность для меня лично и для всех членов правительства. Мы продолжим работу по достижению стратегических целей, обозначенных главой государства в программных документах. Сейчас правительство активно работает над практической реализацией мероприятий плана нации 100 конкретных шагов. Конструктивное взаимодействие парламента и правительства является залогом успешности реализации президентского плана.